Александр Лукашенко поздравил с Днем таможенника, руководства, личный состав и ветеранов службы. Глава государства отметил, сотрудников всегда отличали высокий профессионализм, стойкость и умение оперативно реагировать на любые изменения. В условиях гибридной войны, развязанной Западом против Белоруссии и России, роль таможенных органов возросла многократно. Почти 250 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу. Воспользоваться системой до конца года могут граждане Польши, Литвы и Латвии. В стране также упростили получение разрешения на постоянное проживание для тех, кто имеет корни в республике или этнических белорусов, которые проживают в приграничных государствах. В республике упростят получение деловой древесины. Теперь белорусам не нужно будет обращаться в исполкомы и ждать своей очереди. Вопросом займутся лесхозы. Благодаря нововведению топливо станет доступнее. Правила вступят в силу с 25 сентября. В Бобруйском районе пьяный лихач устроил погоню. Наряд ДПС обратил внимание на «Мерседес», который вилял из стороны в сторону. Инспекторы подали требования об остановке, но водитель попытался скрыться. Мужчина оказался пьян, а свидетельствование показало 1,3 промилле. Ему грозит штраф в 6400 рублей и лишение прав на 5 лет. В Бобруйске растет число заболевших лаймборелиозом. Распространитель инфекции – клещ. За 8 месяцев этого года 40 случаев. По сравнению с прошлым, цифра выросла больше, чем на 60%. Нередко становится хронической и может привести к инвалидности.